Біз Кенеді ескі Қырымға келдік. Мәлім олғаны кебі бұ шерді беллі санатшыларымыз ве рессамларымыз яшайлар. Бұ сефер есе бізлер беллі рессамымыз Нури Якубовны чықармаға келдік. Мәлім олғаны кебі білгенімізе көре, о Островский соқағында яшай екен. Біз оны еваны таптық, ве ішімді қапысыны қақып, онын көрші жекміз. Көресіз аз сейірджілер, Нури Якубовның рессамының қапылары да бөлі ажайып бір қапылары бар. Нури, бұйырды білесі мен асылы мұйт сезілі? Бақалы, ескі татар евлерінде олғаны кебі демек ағачылар, мұнда бақ пенжерен артында юзым, осы юзым салқымлары, мұнда әлбетті фұртшылар, бояларын қоқысы, әпсі бұл насыл бұл санатының мұйтыны бұл ярата. Бұл пенжерен епқанда, мен дедім, бұл ең есасы менің ресімін олайжақ мұнда. Чөнкі бұл ресімге әр вақыт бақан мен. Рухландырау сені. Балабан бұр пенжере, пенжерен арқасында юзым, юзым арқасында да аз бар, юзым арқасында да бар, башқа бір шерер, чечеклер, ескі бір... Анда хауызда бар, ә? Хауызда бар, басын, онда сон. Оны сон көрсетерерсіз. Аллах спедицием бақарсыз. Үншін менің бек рухландыра бұл. Білесің мен ақылыма түшті шында, мұна шында келіп чықтық, еміңі бұл біраз ағыржа олды, чоқтан олмадық сенде. Нені қатырладым, біз сені, бірінші сені сергіңі, тап 20 ел өвесі қалба бірінші сефер ашылған еді, біз чықарған едік, мен чықарған едім. Бекім, ұндамы елдір. Бекім. Бекім елдір. Енді не қадар сергің олғаныңда ұнытқандырсың, ә? Чоқ, Сергей, бір юзден зияде, юз-он, юз-отыз мы хатырламайым. Алма пек чоқ. Чүнке елда 5-6 Сергей ола, ер ел ола. Епсі мұнаш деп сайсам, ерім ел ішінден. Ачтайын, Сергей. Сергей Турсын, айт енді мен енді 20 яшына оғылым бару да ресім олда. Сергейлер, Сергейлер ненде? Ишала, мен балларым да өсе. Шынде бүйерді, чүнке әйвелден башқа ұфақ одачық бар еді, анда шынде сұғымайық. Сұғымайық, мұна ресімлер чоқ олды, ресімлер балабанлаштырлам, анда свет ұшықта аз жарақ, мұнда бол жарақ, ашық жарақ мұ бұ ода, күнеш ұра мұнда, күнеш ұрға ұрса, мен де, яғдым еті мұна, рухландыра мені. Бұнда бұ одада, бағын насылы, пенжереге бақам, анда шынде істесем насылы ешілдіклер бар, көрінемінді. Сон мұнда керамид керек олса, керамид мұна ресімдерді, аз бар мұна бұ заборлар япам да, таш-таштан. Мұнда шынде аз барда яптым, азшық қолай жарақ олайжақ енді, ала қысмейінсі. Керек олса, ресімді құлзанмақ үшін, не істесең, мұна таштан япылған... Етрақпа бақасын, ер бұршы яныңда. Ер, мұна таштан япылған ел чықылар, епсі, ярдым еті, мұна чоқ ұзаққа бармай керек ме, чоқ ерші. Я омыр арқадашын соқ ме? Меселі, мұна бақ аяғымызың тұбынды бөле дүлбер бір кілім тұра, не, боялар нен кірлетмейсі? Темізлі, темізлейім, темізлейім, тез-тез. Бір шелер тошиым, чаре олса, теміз-теміз чалышмақ керек. Мен алыштым мұна, бақыл, озым учейшіге кіргенде, 16 яшына едім, 15 яшына едім, ол заманда бияз штан киедім. Үншіз мен анда, ондан белі, мен оғырынды, теміз чалышмаға, елерімді кірлетмейім. Машалла. Орбаларды керлетмейім, біле чалышам. Аллах сметі. Үншіңште, бұны бір характер бар, темізлікке.
алыштырам өзімі. Өзің пішірдің, қавияны? Пішірдің. Сырлары бар ма, насылдар? Баладан бір сыр бар мында. Жоқ жарақ қане қорындап керек. Не жалейте заварки, говорят же. Қызғаныш қолмасам, қане пішірме ағыр ола жақ. Әбет. Бұйырыңыз, иншалла. Бүгін мұсафыр чоқ бізде, мұна чоқ. Сіз қолкеніз, да, ғаны ханым. Не үшін сөйбесің қавен оле? Чүнкі мүш шоколад ашыба себем, үшін қаве себем. Қаве де біздің адетіміз. Нұре, бақ, мана бұл сетерде келді кеміне, кені де бұл мезу. Сен енді чоқтан берлі бұл елін, ос елінің таптым. Бұл Қырымның найта кеч мұшыма, енді кете атқан Қырым, ұнытылған Қырым. Бізім еблеріміз. Бізім мемори ядгарлықларымыз. Бұл епсі шебер сенің шілерінде тасверленген. Нечін сен өз вақытында шу елыны сетчіп алдың өзім үшін? Шу мегзуны? Мен білесім, мен япасам, башқа бір ресам япар еді. Чүнкі бұл... Насыл дейін. Біздің тарихымызда чоқ бір бақайлар келіп кітті. Тарихымыз бек терен, меденетіміз бек түлбер. Ама бұл үшіндегі бақытымызға, үшіндегі заманға жәште аз неме дегерліклер келді, қалды, пек етіп келді, аз, пек аз шилер қалды бізде. Үншін үште мен үйжадымы башында оғанда, Москвада оқығанда күзел бір ұжан бар еді. Маға бір кері айтқан еді. Сен пек андамында қыдырма дейді. Сен өзіңі мәдениетіңе бақ, өзің кімсің, Қырым татарсың, мұсылмансың. Сіздің тарихыңыз Қырымда. Үншін үште, оны сөзлері маңа бек тесіретті. Чүнкі рессам ижадыны башылағанда, терең бір өзе деңіз кібік іш бар, чоқ, не істесің яп, мевзулар пек чоқ. Ама не, насыл мевзу пек севесің, не апма істейсің. Оны үректіке бақ-бақ керек, ішіне жаңыңа, ішіне бақ-бақ керек. Инсан насыл ақвалды ашынды, милет насыл ақвалды, не істей, милет не істей. Милетіміз о заманды істейді Қырым қайтырымаға, мұны Қырымда көрсе бір жән қайтқанда мұны бақшы сұрайды, ес Қырымда жәмелеріміз. Көргенде адамлар, біздің Қырым татар мұсылмалары, бұл тарихымыз әсерлеріні, мәдениетіміздің парчаларыны баққанда, еркес үреклері ағыла еді. Не үшін бұл пек аз шей қалды бізді, пек аз шей.
Олса бекім шерде 20 дәне, 30 дәне және бардыр. 200 ел әвелсі. 300 ел әвелсі. Бір шерде. Шынде бір дәне, 2 дәне қалса, оны әнде... Насыл дейім іште, оны бек севмек керек. Еркес де өле. Мен Қырым татарлы, біздің халқымыз еркес исламнен бағылы. Оншын іште бұла еске ден қайылған өле архитектур жәмелер, еске әбілер. Епсі еркес іште пек Севе бұны. Мен не үшін мен ресімде оны башладым япмаға, чүнке бұл патребіз, да? Халқымыздың істеге, істеге. Халқымыздың істегіні, мен озымын істегі, ұлы мен белесім бір-бірден айырма мүмкінді күл. Айырма мүмкінді күл, чүнке мен не істегенім, мен белесім халқымды істегі. Үншін, бұлар... Әнесі бұл қалқының парчасы. Парчасы. Үншін, мен белдесем, профессия олса, адамда, бұна біле, хрессам олса, ұнды бұл мерзуны япмаға севсе, үште бұле рессамлар чок олар еді. Ама бойынымыздың борджы, бұл мерзуны яшайышқа кетірмек. Үншін үште мен бұл мезуны пек сеуіп қалдым яшлығымдан. Чүнке о заманда мұнда Қырымға бірінші кере келгенде мен ең ескі шиле, ескі манзаралар, ескі қалған архитектур манзаралары епсінің кәтті, акварелді, яда яғлы боя холст үстіне үйтутлар япмаға башладым. Чүнке озым пек севдім бұл ішіні, бегендім бұл іште озымы көрдім іште, келеджегімі бұндан бағыладым. Сон бір-екі кере башқа шерлерге барып келдік достларымызды берабер. Бұна Ялта тарафына барғанда, анда да Кариз қасабасы бар, Кариз, анда пек чоқ татар елшілері қалған екен. Анда да бір екі ай қалып, 91-сінде де балалармен берабер, рессамлар берабер, Москвадан келдік, кетірдік, олар шақырды, дәвет еттіміз, Исмет Шейзадымен берабер, чалаштық, екі ай қалдық, анда пек чоқ ресім институтлар яптық анда. Ондан башлады. Ондан башлады. Чүнке анда мен аңнадым, мына татар әуелері насола, яшайшымыз бүле, мына азбарлар бүле, чешмелер бар анда, чалышқан чешмелерді бар еді. Үншін, үште, анда, андан башлады ижадымыздың йолы, бұны мевзусы, ижадымыздың мевзусы. Самое главное, что хочется сказать, у каждого своя профессия, да, есть. Вот кто-то художник, да, кто-то музыкант, кто-то просто рабочий, или же это ученый, писатель. Неважно, кто ты, да, по профессии. Важно, что ты человек. Самое главное еще, что ты часть этой вселенной. И та часть этой вселенной, которая размышляет. То есть у нас есть вот разум. Мы можем размышлять о Боге, об Аллахе, да?
не просто размышлять. То есть вот художник. Интересная профессия. А с другой стороны, профессия или это же дар от Аллаха? Вот говорят, есть дар Божий, да? Кто-то не может рисовать, а кто-то, у него талант. То есть талант от Аллаха. Не каждый может взять и встать и рисовать, потому что это все-таки дано не всем. Если это дано, это подарок от Аллаха, подарок. Этим подарком надо воспользоваться правильно. То есть не раскидывать направо-налево свой дар, а раз Аллах дал это все, мне, значит, я должен максимальную пользу приносить людям. А если у тебя есть то, чего другим не дано, значит, ты этим самым должен воспользоваться так, чтобы больше пользы принести именно через это. Да? Через, допустим, я пишу картины, я задумываюсь о природе, о жизни, о Вселенной, кто ее создатель, для чего это все создано, для чего эти храмы нужны. Они же не нужны для того, чтобы гордиться ими просто, что вот здесь мечеть, медресе. Они практически, когда строились, цель была только одна, чтобы туда посещали люди, чтобы ходили люди в храм. Ходили, читали намаз, благодарили Аллаха за то, что человек живет, за то, что человек видит, просто за то, что дышит, есть возможность подумать, есть возможность благодарить Аллаха. Конечно же, я вот прихожу в эту мечеть очень часто. Каждую пятницу практически я здесь, на джума-намазе. И часто очень задумываюсь о том, что вот этой мечети уже 700 лет. И что люди всегда ходили сюда, всегда. Раньше ходили сюда и ханы, правители этого Крыма. И простые люди ходили в эту мечеть. Все вместе, они как единое целое. Каждый имел возможность сюда прийти, каждый. Не только, скажем, ханы, простые люди тоже. Потому что это фарт. Все мусульмане должны ходить в мечеть по пятницам. И когда вот заходишь в мечеть, садишься на эти ковры, и ощущаешь себя частью этой истории, частью этой религии, частью этого мира. Это придает и силу, и ты чувствуешь себя частью этого народа. Ну, можно сказать, что очень рад, что изначально сразу родился мусульманином. Я когда учился в Москве, тогда уже перестройка началась, и можно было уже в магазине купить перевод Корана. И когда я впервые в жизни открыл эту книгу и начал читать переводы, о чем эта книга, я тогда, вы знаете, у меня все перевернулось в моей душе. До такой степени, что я как будто бы общался с Аллахом, как будто он мне что-то говорил, а я говорил «да», я его слушал. Каждая строчка во мне переворачивала все. То есть могу смело сказать, что к исламу пришел вот через вот эти переводы Корана, потому что вот наша быстротечная жизнь иногда заставляет нас, может быть, чаще думать о мирском, о том, что какие-то мелочные какие-то проблемы постоянно надо решать. То есть человек
иногда в суе, может, в этой суете вообще забывать о том, что для чего он создан, зачем он живет. То есть не для того, чтобы просто вот заниматься бытовыми проблемами, а еще что-то большее. А зачем человек вообще, для чего он создан? Точных ответов одинаковых и не найдешь. Если спросить у человека, у разных людей разные ответы получаешь. А вот когда я открыл Коран, и когда я понял, что Аллах от нас требует, и для чего Он создал человека, я был поражен, когда Он говорит: я создал всех людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись, подчинялись. И вот простой ответ. Вот я художник, но я подчиняюсь Аллаху. Смысл жизни человека очень понятный. Получить довольство Аллаха. И тогда все проблемы решаются, все ставится на свои места. То есть мальчик и девочка, и мужчины, и женщины, и больные, и здоровые, они все в одном положении. Они все получают довольствие Аллаха для того, чтобы решить свои проблемы на этой земле. То есть вот смысл жизни свой обрести. Поэтому, когда говорят «ради детей», да, дети нужны, но только надо сказать обязательно, ради довольствия Аллаха все это надо делать. Потому что Аллах говорит: все, я вам дал по временное пользование. И мы это видим. Все временно. Жизнь временно, здоровье временно. Даже наши самые близкие родственники, это тоже временно. Все это в любой момент может уйти. Мы это можем в любой момент потерять. А все остальное после Аллаха, конечно. Любишь детей, любишь людей. Но всегда надо приоритеты в первую очередь знать, что самое главное в этой жизни. Сам себе человек должен помочь. А как узнать, ты правильно делаешь, неправильно делаешь? Вот когда открываешь книгу Аллаха, и там находишь такое, что действительно переворачивает душу. То есть это не просто какие-то исторические какие-то моменты, да, вот там в Коране находишь все. Там это чудо, да? Чтобы ответить на вопрос о том, что нас ждет в будущем и куда идти. Что взять в приоритет? Вот мы крымские татары. Можно ли отделить вот, нашу нацию от религии? То есть, если решать вопросы крымских татар отдельно от религии, то мы не получим помощь от Аллаха. Это я знаю. Вот это я знаю. Если мы будем отделять, что на второй, мы на первый план будем ставить, что мы крымские татары, а потом мусульмане, тогда нам должны помочь только татары друг другу. А когда мы будем говорить о том, что мы в первую очередь мусульмане, потом крымские татары, тогда уже сам Аллах нам будет помогать. Вот это я глубоко убежден. Глядя в прошлое, мы понимаем, да, что несладкая жизнь нашего народа, она была всегда. И мы просто сложились как народ сквозь радости и печаль, и слезы. Это все было нашего народа. То есть это никуда не деться от этого. То есть было очень много трагических каких-то событий в истории нашего народа. Вот, однако наш народ жив, хотя претерпел очень большие какие-то испытания, переселения, различные выселения, депортацию, какие-то периоды, да, в Турцию переселились многие, многие из нашего народа, там, в Румынию там, и так далее, другие страны. И что, в конце концов, что происходит? Вот смотрите, вот они живут там, говорят, есть несколько миллионов в Турции, а сегодня
где они, почему они не здесь, почему они не хотят переехать в Крым. Я считаю, что вот надо здесь жить. Какой смысл вот уехать где-то в другую страну и жить там в каких-то комфортных условиях, возможно. Но я не считаю, что это комфортные условия. Я считаю, что это чужбина, это вдали от дома. Ты не создаешь, не строишь свой Крым. Ты только ностальгируешь, вспоминаешь о нем, плачешь. Я такую жизнь не хочу. Я хочу жить в Крыму. Я хочу будущее свое видеть в Крыму. Я хочу здесь творить, созидать. Здесь ходить по этим улочкам, по этим древним закоулкам, по камням разрушенным. Мечтать о воссоздании этих камней, положить один кирпичик на другой, потом на третий, потом четвертый и так далее. Так, таким образом мы можем свой Крым вот таким образом слепить заново. Для этого надо быть здесь, да, для этого надо здесь работать, созидать.